Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Да, и это открытие кейса в Майнкрафте. Просто я решил, заснять такую рубрику и вообще, что возможно выбить на моем сервере. Да, и у меня поступили типа такие связи, до сих пор не знают, кто создатель этого сервера и вообще кто, да. Создатель я, абсолютный создатель этого сервера, я плачу хост, я делаю сам лично эти кейсы, делаю, мне никто не помогает. Также название я сам абсолютно придумываю и все остальное. Также вы можете написать свои какие-то названия для кейсов, и возможно один из кейсов будет уже на моем серве. Ну да, как-то так. И вообще, почему же я решил это заснять? Я это хотел с самого начала на самом деле заснять, но у меня уже стырили эту идейку один мой человек, можно так сказать. Друг, вот, стырил мою же идею, ну и я решил заснять, да. Да, и сегодня мы будем с вами открывать парочку таких кейсов, самых дорогих. Особенно я хочу сегодня попытаться выбить нож из нового кейса, который называется «Пятница 13-е», да. Новый кейс, который вы, ну так он прикольно выглядит, такое красное название. Стоимость данного кейса составляет... примерно точно я не помню, 3500, да, вот вспомнил, 3500 составляет в магазине. Не такие что и большие это на самом деле деньги, но это того реально стоит, потому что тут я поставил шанс на выпадение данного в данном кейсе ножа 25%. Блин, это вот просто, я не знаю, ну неимоверный шанс, тут просто никак это невозможно не выбить, да. Ладно, давайте попытаемся все-таки сейчас это выбить. Я как раз-таки взял 13 кейсов. Ну все, ладно, погнали, не буду вас задерживать. И мне вы сейчас выпадет опять какая-нибудь фигня, которой я расстроюсь, разумеется. И мне выпадает. Ну, на самом деле, это еще не самое худшее, то, что могло вообще выпасть. Так, давайте еще раз. Да, давайте, пожалуйста. Вот я хочу весь комплект Херабрина выбить и комплект этого Джейсона, да. Вот я просто вот хочу его выбить, я до сих пор, у меня что-то руки никак не доходили до этого. И вот сегодня попытаемся выбить. Ну давай, пожалуйста. Так, ну голова тоже неплохо, потому что у нее можно одеть, и у ней будет вот защита от огня, шипы и огнеупорность. Короче, здорово все. Давайте еще раз попытаемся. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот ножичек мне. Какой-нибудь суперский такой. Чтобы я мог... Ну, да. Слушайте, это я не знаю. Это удача. Просто три этих. Вот мне кажется, после троих этих что-то вот должно хорошее выбить. Попасться хотя бы. Вот по-любому. Смотрите. Да нет, за что? Скажи вот за что. Ладно, давайте другое попытаемся. Хоть какое-нибудь разнообразие сделаем. Да. Также я купил самый дорогой кейс, он стоит 5 косарей. Ну блин. практически. Немножко не доперл. Вау, кстати, нормально человек играет на серве. Я уже счастлив, то что играют на данном серве мои подписчики, мои друзья. И вот просто вот заходите, ребята. Да, и сейчас я бы хотел сказать такую небольшую печальную новость, то что сервер скоро закроется. Почему закроется? Людей не так-то много, 5 человек, я не считаю, что это большой онлайн. И, возможно, сервер из-за этого закроется. Ну ладно, пока я держусь, пока у меня тоже до этого руки не доходят, чтобы закрыть этот сервер. Так что можете зайти и поиграть. Ну, хотя бы потратить свои там что-то 15 косарей, которые даются в начале на кейсики, попробовать. И может быть вам понравится. Ладно, идем дальше. Давайте попытаемся. Получается, мы открыли 1, 2, 3, 4, 5. 5 кейсов. Пятница 13. Открыли один кейс «Капля надежды». И давайте сейчас откроем вот этот вот кейс «Мутанты против зомби». Ладно, погнали. Тут тоже прикольный нож выпадает, поскольку я помню, если он вообще тут есть. Ну, да блин, это вот это вот, скажите, что это? Это что? Мне, я не знаю, мне никогда так не выпадало. Ну, тоже неплохо, я, наверное, с какой-то стороны блоки красной пыли. Ну,
Их продать нельзя, потому что они зачарованы. Вау, броня. А, холодного гладиатора. Блин, я это выгореть не могу, извините. Давайте еще раз. Холодного гладиатора. Да, броня. Блин, сам название эти все давал и сам не могу выгореть. Что за лол? Просто лол, я не знаю. Ладно, давайте я создал специальный кейс. Ой, путый кейс. Специальные сундуки, куда будем слаживать это все барахло. Ну, пока что... Не сказал бы, что хорошо. Ладно, давайте, погнали. Вот, пожалуйста, вот нож. Я не знаю, я ничего не сделаю. Ну, выбей мне. Ну, пожалуйста. Сахарок я буду сосать в лесу. Да, сахар. Спасибо мне за сахар. Мне не нужен сахар. Так, давайте этот кейсик, пожалуйста, вот ножик. Базука, блин, базука. Шанс на выпадение базуки в данном кейсе 10%. Это просто, вот если я ее выбью, это офигенно будет. Там же базука? Да, нет, в этом базука путы, я перепутал. В этом там что-то АК или что-то другое. А, там АК и Дигел, да. Там АК и Дигел, так что тоже прикольные штучки, да. Ладно, у нас осталось всего понемножку. Давайте опять с пятницы 13 начнем. Давай, пятница 13. Выпади ножик. Ну или костюм. Ну нет. Нет. Почему разнообразия никакого нету? Я вообще не понимаю. Я сам создавал эти кейсы, и разнообразия такое ощущение, как будто нету. Я, конечно, понимаю то, что в КС-ке выпадает абсолютно так же, а может быть и то хуже. Ну, скорее всего, да, еще хуже, чем в Майнкрафте. Ну, уже хоть какое-то разнообразие, я и то рад. Вот, наверное, вот по-любому есть такой человек, которого просто зашел на сервер, открыл три кейса, и с этих троих кейсов ему ножи. Найти бы мне такого человека. Пожалуйста, умоляю тебя. Да нет. Ну да, я, конечно, люблю все красное. Наверное. Относительно. Но не настолько же, чтобы вот прямо каждый раз мне красный блок выпадал. Да, красный блок. Это новое название. О, спасибо. Ну, О, вот идеально сейчас было. И мне выпадает дерьмо. Так, кстати, извините то, что сервер виснет. Да, и еще... Когда я смотрел своего друга, он тебе сказал, это типа уж этого, у Лёхи слабый интернет, из-за этого сервер подвисает. Нет, чуваки, я не настолько даун, чтобы держать свой сервер на своем ноутбуке, как бы это глупо не звучало. Я оплачиваю очень-очень дешевенький такой хостинг, но в принципе для начала мне нравится, потому что, сами посудите, вот брал бы я бы сейчас бы... какой-нибудь хостинг, который стоит, я не знаю, там, ну, 10 косарей. Смысла, мне кажется, большого бы не было, потому что раз, все эти плагины я настраивал, ну, примерно месяц. И то еще не до конца не настроились, вот. Потому что у нас до сих пор, после того, как сервер полностью переустановился, у нас отсутствует превращение в мобов, и чтобы пожениться, да. А, еще броня радужная. Вот такие у нас плагины отсутствуют. Возможно, еще какие-то отсутствуют плагины, но я еще не знаю. Вот. Об этом. Надеюсь, не узнаю. Вот. Так как-то. Объяснил как бог. Еще раз говорю, я, если бы брал бы за дорогую цену сервер, это было бы бессмысленно. Потому что я бы там буквально бы после, когда он бы закрылся, за каждую бы копейку бы плакал. Вот серьезно. Так, ладно, идем дальше. Кстати, тут мои друзья играют некоторые. Ну да, двоих тут чуваков, я только не знаю на самом деле. Ладно, погнали дальше. Давайте опять, не знаю, давайте капля надежды. Всеми любимый кейс, потому что тут базука есть и тут просто суперская броня. Ну, пожалуйста. О, да, детка, наконец-то. Удача мне улыбнулась. Так, идем дальше. Уже неплохо. Давайте вот этот. И.
А, я думал, сейчас кейсик выпадет, вот просто бы супер было. Ну нет. Выпал шлем мутанта. Неплохо. А это поножье ангела. Ангелочка. Кто еще зашел? Так, о, прикольненько то, что заходят во время, когда я все это делаю. Сейчас бы вот так бы, пока я вот это бы все бы делал, онлайн бы так до 10, ну да, 10 человек бы был бы, вообще супер было. Этому видео не было бы цены, да. Ладно, идем дальше, блин, я что-то постоянно отвлекаюсь. Хотя видео я вообще рассчитывал на буквально на 5 минут, где-то так. Так, погнали. И мне выпадает опять что-то плохое, да? Пожалуйста, умоляю тебя, ножичек, ножичек. Ну, это тоже неплохо, я хотел его собрать. Я так-то мог бы это все из сундука достать сам, просто вот там команду специальную вести, но я не хочу это делать. Это неинтересно. Это абсолютно неинтересно. Вот. Тем более, самому бы помнить эту команду. Да. Кстати, если чё, вот у меня ничего не пишется, потому что я чат скрыл. Вот я единичку написал, потому что я чат скрыл, да. И вот такая тема. Ладно, идем дальше. Давайте откроем кейсик под названием «Холодный день». Да. Блин, сразу вспоминается моя чита, когда я говорю «Холодный день», потому что у нас выпал снег. Вот просто, я не знаю, я иду и проваливаюсь под этот снег. Меня он тупо хавает, блин. Какой-то бред уже несу. Да. Не обращайте внимания. Когда я несу бред, это абсолютно нормально. С какой-то стороны. Да. Так. Открываем еще. Есть пятница 13. Наверное, откроем до конца их сейчас. До Талова. Ну, пожалуйста, нет, за что розочки пахнут у меня где-то. Ну, блин, почему это говно выпадает? Я вот просто не понимаю. Создателю кейсов не должно такое выпадать, я так считаю. Ну, вот по-любому вот ножик сейчас выпадет мне в моих мечтах. Пожалуйста. Да нет. Да за что, я не понимаю, просто я не понимаю. Я вроде двойку сегодня не получал. А все равно такое выпадает. Это. Да. Мне обидно, малеха. Ну, хотя у меня есть розы, которые я могу бить и. Да. Короче, плюсов тут очень мало. Так, ладно, идем дальше. Пожалуйста, вот ножичек. Умоляю. Умоляю, ножичек. Ну вот он же, блин, был. Я бы мог его взять, но... Нет, это не так. Так, ладно. Мне выпал дурацкий сахар, который я буду сосать в лесу, если мне не выпадет этот дурацкий нож. Ой. Что-то... А, все. Моя администрация уже поняла меня. Я только хотел написать эту команду, и уже все. Не надо. Типа, зачем тебя мучить, шмель? Так, ладно, вот выпади мне ножик, умоляю. Вот просто... Ну ладно, открой этот кейс. Черт, я же забыл то, что он недоделан. Ладно, пофигу. Вот первая недоделка. Операция мутант. А, точно, я же, получается, он зачарованный, из-за этого он не открывается. А если он был бы обычным, то тогда бы он открылся. Объясню, как бог. Да. Ладно, вот это доделаю. Это выпал мне мутанта против зомби, да. Я это обязательно доделаю, потому что, блин, ну обидно, когда такое выпадает. Так, ладно, идем дальше. Идем дальше, дальше, дальше. Ну. И говно выпало. Так, ладно, у меня осталось всего два кейса. Это не считается, пускай он тупо стоит. А то я еще забуду изменить. И вообще плохо будет. А, ой, путы два. Я чуть не заметил то, что у меня этих аж три штуки. Ладно, давайте две сейчас откроем. Мне выпадает... А, тут же ножа нету, я забыл. Тут только базука. Который просто нереально... О, это неплохо. Это просто отлично.
Закройся. Не висни. Не висни. Ну. О, спасибо. Так, идем дальше. Такс, такс, давай, давай. Вот ножик, базука. Все одновременно, давай. Все одновременно выпади. Не, во, кстати, неплохо. Вообще просто ништяк. Ну, знаете... Знаете, вот я честно скажу. Лучше купить, наверное, опыт, да? И зачарить это. Хотя, нет, на такое не зачаришь. Надо подумать. Да, нет, лучше кейс открывать. Потому что на такое нет зачара. Идем дальше. И вот сейчас, смотрите, вот поскольку я священный человек, мне выпадет нож. Мне выпало говно. И, пожалуйста, базука, вот базучка моя сладкая. Давай. Она уже пролетела. Нет шансов. Ну, ладно. И вот такой лут вам может попасться, блин. Это очень скверно, то, что мне такое попалось. Создателю серверу и такое попалось, блин. Стыдоба. Ладно, подписываемся на канал, ставим лайки, не забывайте заходить на мой сервер. Кстати, мы тут создали варп под названием место. Вы можете туда тпшнуться, построить себе домик и вообще просто идеально. Да. Также тут играют многие ютуберы, можете с ними поиграть, они дают спокойно скайп, они вам все дадут. Да. И всем удачи, всем гудбай, бай-бай, всем пока. Всем бай-бай. Как небо твои глаза. Ты просто смотри на меня, а еще скажи, что все будет у нас хорошо. А мне не верится, что это все со мной. Если б я знала, что встречу тебя, я просто б закрыла руками глаза. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе